Всем здорово, с вами Мотобустер, сейчас будет тюнинг и сталинг на машине Мурсилаго, я не знаю как точно, LP640. Это, наверное, последняя машина моя в NFS Undercover. Ну что, давайте сначала тюнингом займемся. Быстрая модернизация мощности, премиум, 136 тысяч, а у меня, что, блядь, у меня 500 тысяч было, я не тратил. Ну пофигу, на Гаярда хотя бы помучился. Стоп. А чё, на медленнее получается? Стоп. А на медленнее получилось моей Гаярды? Я чё-то не вдуплил. Стопэ. Я сделаю... Стоп. Машину. Вот, гараж. Вот. Гаярда. Тут ускорение лучше. И управление. А тут максималка намного больше. Подожди, стоп. Да. Может быть, что-то тут еще доступно, я просто не знаю. Там две детали. Что-то шины. Ну, наверное, все будет уже установлено. Маза трансмиссия надув. Надув. А не, наверное, все будет установлено. Да. Стоп. Давайте управляемость, какое ускорение. Я уже управляемость поставил. У меня 400 тысяч осталось, да? А, 300. Ну, все равно нормально. Тюнинг. Давайте чуть-чуть пожестче сделаем. Конечно, жестче. Так, и на ускорение трансмиссии делаем. Ну, пускай на 0. Не. Что сделать? 0,4, пускай. Принять. Детали, быстрая модернизация, все сделали, ребята. Вот теперь за сталингом. Покраска зеленый цвет. Я не знаю почему, но я хочу на ней у нее видеть зеленый цвет. А, подожди, стоп. Вот такой вот зелененький цвет точки я хочу. Стоп, блять, я дебил. Сезонно. Во! Охуен. Глянец, прям топчик. Ну, карамель. Блять, хамелеон неплохой. Перламутр, ну такое, глянец, реально, кайфно. Стоп, и диски менять, мне кажется, не надо. Я столько ставлю диски. Все. Купить. Да. Друзья, если диски покрасить еще чернее, можно? Покраской. Не так красивый вроде бы. Да, отменить. Они так черные вроде. И смотрится неплохо. Давайте аппликации, детали. Кузов. Теперь самый за колхоз. Нет, ну это вообще уебище. Реально уебище какой-то. Ну, перед можно заколхвать. Ну, даже так. Она теперь на Aventador SVG похоже больше. Потому что мне только так кажется. Не, ну это уебище. Это уебище. Не-не-не-не, на какой-то ебальник. Страшно становится. Так лучше. Ну, тоже херня. Четвертое, что это дает? Что это? На любителя. Вообще херня какая-то, реально. Да. Ну, надо даже вот так чуть сделать. Да, вот так вот, юбка. Максимально. Низкая юбка будет. Офигеть, еще 350 тысяч останется. Ну, нет, слишком, мне кажется. Слишком я что-то... Теперь она вообще не... О, смотрится теперь. Ну, подожди, стоп. Ага. Да, пускай пошире будет, потому что на ней не страшно. Так, ноль. И это все бесплатно еще. Так, ну пускай будут эти херни. Не, это прям вообще колхоз ебаный. Я хочу колхозную машину сделать, но не до такой же степени. Ну, можно чуть-чуть вообще. Давайте на 9%, да, на 9. Зона 3 что она дает? Жабры, нахуй не дает жабры. Ну все, применить. Немножко заколхозили. Капот. Ну, капот я даже не знаю. Давайте вот это. Блять, ну это колхоз.
колхоз. Вот это не колхоз. Реально не колхоз. Ну, так, стоп. Что это? Не, колхоз ебаный. Это. Ну нет, прикольно выглядит. Относительно. Не, слишком сильно тоже ставить не будем. Вот так вот. Я не знаю, что это дает. Бля, я ничего не пойму, но... Я понял. Не ставим, а вот это что дает? Ну, это пойдет. Так вот. Не-не-не, на полтосик. И вот это, как она первая там, что я поставил сильно? Вот это. Не, она и так стоковая нормально была. Вроде бы. Это, блядь, что сток, что не сток. Так, пойдет, короче, купить. 4200 потратили. Так, что нам надо дальше? Все диски. Ну, диски пойдут, я сток хочу ставить. Стоп. Спойлер. Да за 5000, я помню, идет. Пусть тоже будет здесь, такой же. Везде пусть вот такой спойлер будет. На всех машинах у меня. Мне что-то он зашел, он маленький, такой прикольненький. Почти не выделяется. И вообще по кайфу, так сказать. Если не понравится цвет, то перламутр поставим, ребят. Че, все, больше тюнинга нет. А, глушитель. Не. Кстати, какое-то уебище. Не-не-не-не, пустоковый, ребят. Первый выезд на Гаярда. Ой, на Мусилаяга. Ебать, она жирная. И не такой уж колхоз, ну блин, наверное, перламутр посмотрим, давайте, у нас баба под жопой жует. Машина. Как будет перламутр. Сталинг. Покраска. Стоп, нахуй. Плюс. Жу, стоп. Я хочу перламутр посмотреть. Или хамелеон. Стоп, долбоебся, нехуй. Лизу ножом. Забагало. Подожди, а передний бампер, что он не красится? Блять, баганула игру. Да, хамелеон, мне кажется, будет как раз. Кстати. Пускай 4, пятерочка нормально. Пятерочка это, ну... Пятерочка это по красоте. Как она будет разгоняться и ехать, надо посмотреть. Во, это уже другое дело. Вот это уже покрасивее. Ну, только в глаза прям ярит, я вам так скажу. Ну, разгон не меньше, это прям 100% я чувствую. Ну, значит, такое красивое стало. Может быть, кому-то не понравится, я сразу говорю. Многим может не зайти, но мне нравится. Да, разгоняется она похуже. Но после 300 она должна получше ехать, это точно. 370 уже ехал. Ну чё, ребят, это был тюнинг, сталинг и первый выезд на Lamborghini Murcielago. Поправьте, если я неправильно говорю. Всем удачи и всем пока. Пока, ребят.